Всем-всем большой привет! Фармакосметика снова предложила мне с ними посотрудничать. Обычно я делала заказы в интернет-магазине «Центр здоровья кожи», но в этот раз заказ я делала с другого интернет-магазина «OnBio». Вообще на фармакосметике три интернет-магазина – это «Центр здоровья кожи», «SoColor» и «OnBio». «OnBio». Это био и органик, ну так вот подлиннее, если. Это интернет-магазин природных натуральных продуктов для жизни. Предлагает он большой выбор натуральной косметики, продуктов для здорового питания. И средств у них много для ухода за домом. Вся продукция отличается от обычной не только качеством у них, но и вот эти биоценности. Она натуральная, органическая. Наличие у них есть эко-сертификатов, подходит детям с самого рождения, это мне очень понравилось. Отсутствуют у них парабены и все ингредиенты животного происхождения тоже отсутствуют. Много там разделов, есть разделы по уходу за телом, за лицом. Есть продукты для дома, есть биопитание. Я решила ролик разбить на две части, потому что заказ я сделала и вкусняшки в биопитании, и косметика для уходовая косметика для тела. Но так как косметику нужно тестировать дольше, чем, например, чай и шоколад, то я решила в первой части показать чай и шоколад, который я заказала, чтобы попробовать, что же это за натуральные продукты. А во второй покажу уже, когда потестирую то, что я взяла для тела. Давайте начну с чая. Представлена там большая линейка. Вот такие чай натти. Этот называется Юнань. Пачки 100 грамм, большие такие пачки, они тут на скрепочке закреплены. И давайте я вам кое-что про этот чай расскажу. Даже я, наверное, сначала вам покажу, что здесь написано. Вообще, китайский чай, он ведь славится своими полезными свойствами. Так, если что, ставьте на паузу и посмотрите. Славится он своими полезными свойствами. Обещает улучшать работу желудочно-кишечного тракта, снижать уровень холестерина. Он немного ускоряет обмен веществ, очищает организм от шлаков и токсинов. А когда организм очищается, это способствует снижению веса, что очень даже хорошо. Именно этот чай придает бодрость, не вызывает бессонницу. В нем большая доля кофеина. Это очень хорошо, поэтому он подходит и для вечернего чаепития. То есть его можно и вечером, будет хорошо. Понравилось мне то, что на сайте там написано было, как заваривать именно этот чай Юнань. Надо заваривать в керамическом чайнике, не в стеклянном, потому что керамика лучше сохраняет все свойства. Пропорция: одна часть чая к 50 частям воды. Ну, то есть, знаете, это чайная ложка на 150 мл воды, кипятка. И кипяток не должен превышать 80 градусов Цельсия. Вот для меня это вот как бы была такая важная деталька. Для чая. Давайте я вам его покажу. Потому что вот там написано, более горячая вода придает листьям жесткость и желтоватый оттенок. Чай чистый, хороший. Я его с огромным удовольствием уже пила. Вот такой вот лист. Этот чай называется Пуэр. То есть черный чай. У нас, например,
все черный чай, а китайцы считают, что пуэр это черный чай, а есть у них еще красный чай, который мы тоже в России называем черным. Но вот у них это разные вещи. Красный и черный. Вот такой чай. Мне очень понравился он. Я его пробовала первый. Вот здесь написано в конце на самом пакетике. При заваривании получается настой с приятным фруктовым ароматом и мягким фруктовым вкусом с ноткой чернослива. Вот у него действительно очень приятное послевкусие. С шоколадом очень вкусно такой чай. Ну давайте покажу еще один. Называется Дяньхун, 100 грамм, также такая же упаковка, но описание уже немножко другое. Также ставьте на паузу, если интересно. Это тоже очень важная информация. Так, давайте я вам про этот чай расскажу. Ну, вот он как раз является красным чаем. Он отлично согревает, хорош в дождливую погоду, когда его пьешь с липовым медом. При простуде он хорош. Но в этом чае уже много кофеина, поэтому его лучше заваривать с утра. Обладает хорошим мочегонным действием. И этот чай заваривать нужно при 95 градусах Цельсия уже. Его настаивать можно от 2 даже до 15 минут, но кто как любит. Вот, то есть они отличаются друг от дружки. Хотя вот внешне, если посмотреть, видите, схожи. Тоже чай очень чистый, прямо красиво смотрится в чашке. Ну и тоже хочу сказать, что он очень вкусный. Послевкусие приятное такое. Вообще, китайский чай, его трудно перепутать, он отличается, например, от того же индийского, и если вы гурман, если вы любите китайский чай, то вам он понравится, действительно, качество хорошее. Ну и давайте я вам расскажу, что же вкусненькое было у меня еще в заказе, самое-то главное. То, что я с этим чаем кушала. Это германская фирма Vivani. Шоколад. Шоколад экологически чистый. Первый я взяла, там идет такой даже коробочки. Давайте я покажу вот так упаковку. Белый шоколад с клубникой и йогуртом. 100 грамм в этой упаковочке. И сейчас покажу, как он выглядит. Дегустировала я его даже не одна. Вот так выглядит плитка. Давайте я возьму в руки. Это действительно белый шоколад. Очень хорошо чувствуется клубника. Ее тут достаточно много, прям видно. Такая кисленькая, приятная ягода. И вкус йогурта тоже ощущается. Приятный. Вот действительно шоколад очень приятный. С чаем. Было очень вкусно. Максимке он очень понравился, мне понравился очень. Но сейчас покажу второй шоколад, который мне, например, понравился больше. Ну, наверное, потому что я очень люблю кофе. Второй шоколад, который я взяла, был Vivani. На сайте выбор очень большой и шоколада, и чая. Поэтому ссылки, конечно, я оставлю под роликом. Вы проходите, посмотрите. Ну, у меня просто глаза разбежались, когда я это все выбирала. Так. Шоколад капучино. Тоже 100 грамм в упаковке. Упаковки, видите, отличаются. Одна такая жесткая, вторая мягкая упаковка. Но обе упаковки очень симпатичные. Давайте покажу, как выглядит шоколад. Но этот шоколад уже дегустировали мы активнее. Если бы я не сняла ролик, то мне нечего было бы вам показать. Выглядит он уже вот так. Кофе эспрессо, сливочный белый и молочный шоколад в нем соединяются.
сочетаются и очень-очень вкусные, действительно, вот аромат и вкус капучино. Прямо мне вот с чаем очень понравились обе эти плитки. С огромным удовольствием мы их тестировали. Давайте я даже так положу, чтобы было вам его хорошо видно. Я этим заказом осталась очень довольна. Мне еще в подарок положили. Ну, вообще, я уже сказала, что заказ был намного больше. Там была еще косметика. И подарок этот был не один. Просто вот именно вот к этим продуктам был именно этот подарок. Я его в этом ролике и покажу. Еще один чай прислали. Тут 4 грамма. Он, ну, как бы на пробу. Облепиховый сбор. Давайте я покажу поближе, что сюда входит. Насколько он полезен и кому нужно с осторожностью принимать их, этот чай. Он обладает действительно много целебных свойств. Ну вот иван-чай, его многие знают, облепиха, она тоже очень-очень полезна. Единственное, что если у вас проблемы с желчным пузырем, с поджелудочной железой, то тут с осторожностью, потому что много, большое количество кислот. Вот. Чай выглядит вот так симпатично. Тоже тут и травки, и цветочки. Ну, вкусный сбор. Он уже идет как зеленый чай. Вот такой вот он интересный. Его я тоже с огромным удовольствием уже, конечно, попробовала. Потому что, ну, было очень интересно. И также он вкусен был с шоколадом. Единственное, что так как там сбор и облепиха, и входят еще такие травки, у него есть небольшое послевкусие такое, знаете, вот связано с лекарственными какими-то вот сборами. Вот это немножко есть. Но с шоколадом он пошел тоже прекрасно. И было очень вкусно и интересно. Вот такой вот был у меня вкусный, интересный заказ. Осталась я им действительно довольна. С огромным удовольствием я потестировала то, что выбрала. Потому что до этого я никогда не пробовала ни чай, ни шоколад такого вот плана. И было действительно интересно. Вообще, кстати, нигде в продаже я вот эту вот компанию Vivani не встречала. Я не знаю, можно ли ее где-то еще увидеть и купить. Но вот я рада, что на сайте, в интернет-магазине OnBio этот шоколад представлен. С огромным удовольствием мы его попробовали. Ну и остались, естественно, довольны. Что еще можно про них сказать? Ну вот могу про капучино еще сказать, что это органический шоколад, и в нем минимальное содержание какао. Тут всего 42%. Ну и вот эти вот значки тоже о многом говорят, что продукт полезный, в нем нет ничего вредного. И как я уже вначале говорила, что выбор большой и полезный в этом магазине. Ссылки, как я сказала, оставлю все под роликом. Пройдите, посмотрите. Может быть, вас заинтересует что-то и другое, потому что выбор большой. Возможно, то, что я сейчас показываю, уже выпили и съели на сайте, но представлено что-то другое. Поэтому зайдите, посмотрите. А я пока на этом с вами буду прощаться. Давайте покажу поближе, что же у меня там в чашках стоит. Давайте я вас тоже приглашу на чаепитие со мной. В правой чашке заварен чай Юнань. Давайте посмотрим. Вот такой он чистый и красивый. Даже отражается клееночка. Посмотрите, вот действительно очень-очень красивый и чисто заваренный чай. Никаких примесей, никаких вот мутностей. А в этой чашке заварен чай, вот этот облепиховый сбор. Тоже чистый чай, очень красиво смотрится. Ну и, соответственно, он очень-очень вкусный. Вот. Все показала, вас угостила. И на этом, наверное, я буду прощаться. Если кто-то завтракает, обедает, ужинает, вам приятного аппетита, а мне приятного чаепития. Всем пока!